Кавабанга! Всем поклонникам Черепашка Ниндзя. С вами Дракал Д. И сегодня не будет никаких комиксов, но будут новости по поводу нового фильма по Черепашкам Ниндзя. Погнали! Супер Черепашки Ниндзя! Посмотрите, вот мы раз, два, три, четыре. Славы мы не ищем, ты, он и я. Город свой очистим, мы от гнилья. Итак, мы все знаем, кто такие черепашки-ниндзя. Поэтому я не буду рассказывать все с самого начала. Сразу начнем разговор насчет фильма. Paramount Pictures заявил, что будет перезапускать фильм про черепашек. Несмотря на то, что предыдущие две части собрали хорошие кассовые сборы. Походу, студия решила перезапуск из-за Шредера, потому что, если вспомнить вторую часть, то Крэнк заморозил Шредера. И поэтому сказали, если нет Шредера, то нет и черепах. Да, я знаю, черепахи могли сражаться с Крэнком, но это будет не совсем интересно. Дата выхода пока что не намечена. Но я думаю, что выйдет где-то не раньше 2020 года, поскольку начинают собирать съемочную группу. Да и выбрали новых сценаристов. В предыдущих фильмах это были Джош Апплбаум и Андрей Немец. А в новом фильме будут Эндрю Додж из фильма «Плохие слова» Джейсона Бейтмана. А продюсеры... А что продюсеры? Продюсеры будут те же, которые были в первых двух фильмах. Майкл Бэй, режиссер «Трансформеров» и «Армагеддона», Брэд Фуллер и Эндрю Форд. Что по поводу актеров, композитора и режиссера пока что неизвестно. В некоторых комментариях пишут, что не желают видеть Меган Фокса, не хотят, чтобы Майкл Бэй вернулся в продюсеры. Хотя, хотят, чтобы черепашки не были похожи на Шрека? Да, все говорят, что черепашки похожи на Шрека. Что насчет перезагрузки? Давайте вернемся к мультсериалу 2012 года. Да, первый и половина второго сезона по мне детские. Но вот вторая половина второго сезона и до пятой постепенно стали немножко серьезные. Но создатели решили закрыть некоторые серьезные моменты на замок. Ну и без этого мульт получился хорошим. Моя оценка 7 из 10. Чем покажет перезагрузка мульта? Посмотрим. Насчет фильма, надеюсь, что не будет так. Приятель. Я не хочу тебя калечить. Уходи. Жду новые координаты. Ну, надеемся на лучшее. Посмотрим, что приготовят для нас новые создатели фильма. Вот и все. Надеюсь, вам понравился мой первый обзор на новый фильм про черепашек. Услышал какие-нибудь новости по поводу фильма? Постараюсь сделать обзор. Всем кавабанга, чуваки!